Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 2 на странице 45 рабочей тетради по математике для первого класса автором Аром. Задание первое. Красным цветом раскрасить карточки, на которых записаны примеры с ответом 13, желтым с ответом 14, а синим с ответом 15. Итак, берем красный карандаш. И находим примеры с ответом 13. 5 плюс 8 равно 13. 10 плюс 3 равно 13. 12 плюс 1 равно 13. 6 плюс 7 равно 13. Берем желтый карандаш и находим примеры с ответом 14. 7 плюс 7 равно 14. 4 плюс 10 равно 14. 9 плюс 5 равно 14. 1 плюс 13 равно 14. Берем синий карандаш и находим примеры с ответом 15. 1 плюс 14 равно 15. 10 плюс 5 равно 15. 6. Теперь нам нужно на... Да, у нас еще остался пример 6 плюс 9, это тоже 15. Теперь нам нужно записать на свободных карточках 3 новых примера с ответом 13. Итак, 13 у нас было 5 плюс 8, 10 плюс 3, 12 плюс 1 и 6 плюс 7. 13 это 11 плюс 2. Теперь с ответом 14. У нас было 9 плюс 5, 7 плюс 7, 1 плюс 13 и 4 плюс 10. 14 это еще 8 плюс 6. И 15 у нас было 1 плюс 14, 6 плюс 9 и 10 плюс 5. 8 плюс 7 это тоже 15. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии.